Переговоры прошли в конструктивном ключе. Так, вице-премьер Армении Мгер Григорян оценил первую встречу пограничных комиссий Баку и Еревана. В интервью информационному агентству ТАСС он отметил, что 24 мая на армяно-азербайджанской границе стороны обсудили исключительно организационные вопросы дальнейшей совместной работы. Второй раунд переговоров состоится в Москве. Дата не определена. На следующей неделе в российской столице, заявил Григорян, также пройдет заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам разблокирования транспортных и экономических связей в регионе. По словам вице-премьера Армении, вопросы делимитации не будут включены в повестку встречи.